Ниса Девган. Ниса Девган – дочь звездной пары Каджул и Аджая Девганов. Очаровательная девочка родилась 20 апреля 2003 года. Ее имя Ниса означает «богиня чистоты». Ниса любит читать книги, как ее мать Каджул. Палома Тхилан. Палома – дочь актрисы Пунам Тхилан и кинопродюсера Ашока Такири. Она хотела стать футболисткой, но теперь стала интернет-сенсацией. У нее более 16 тысяч подписчиков в Инстаграм. Палома регулярно делится своими стильными образами и фотографиями. Она также занимается йогой и мечтает стать актрисой. Сара Алекхан – дочь актера Саифа Алекхана и его первой жены Амриты Сингх, которая также является актрисой. Девочка родилась и выросла в королевской семье по Дауди. Сухана Кхан – маленькая девочка Шахрухана. Сухана уже совсем взрослая. Она является одним из самых любимых и последовательных звездных детей на различных платформах социальных сетей. Сухана часто посещает мероприятия вместе с папой. Ее будущее всегда обсуждается с поклонниками в надежде, что она также сделает карьеру в кино. Авантика Дасани. Авантика Дасани – дочь болливудской актрисы Пхагьяшри и Ямалаи Дасани. Она закончила бизнес-школу в Великобритании. Девушка – будущая актриса. Навья Навели Нанда. Навья Навели Нанда родилась у дочери Амитаб Бачана, Шветы Бачан Нанды и Нихила Нанды, который также является внуком другой легенды – шоумена Раджа Капура. Навья Нанда закончила школу в Лондоне. Навья уже давно следит за новостями о своем предполагаемом поступлении в Болливуд, но пока ничего не подтверждается. Джанви Мехта. Джанви – старший ребенок болливудской актрисы Джухи Чавлы и Джея Мехты. Джанви держится подальше от внимания. Джанви тоже поддерживает крайне низкий общественный профиль и, в отличие от других звездных детей, почти никогда не фотографируется. Она планирует стать актрисой. Самайра Капур. Самайра – старший ребенок болливудской актрисы Каришмы Капур и бизнесмена Санджая Капура. Самайра сняла короткометражный фильм «Будь счастлива», который был отобран для показа на двухгодичном детском кинофестивале в Хайдарабаде. Самайра – милый маленький ангел в семье Капуров.